Катенька, провалилась ты. Ой, тихо, папка, разбудил тебя, да, зайка? Ты спала так крепко, оказывается. Спи, моя сладкая, спи. Разбудил, разбудил мою зайку, Тиночку. Она так это... Под спальником просто очень тепло. Спи, моя хорошая, спи. Ой, я прошу, спи, 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 спи. Вот так. Вот она как удобненько ей с папкой. Тепло. Тепленькая такая. Сейчас на улице уже рассвет начинается. Время 4 часа утра. Я, конечно, проснулся где-то в 3. Лежал, лежал. Птичек слушал. Туман опять, видите, над водой. Вставать не хочется вообще. На улице холодно, пипец. Вот спальник раскрыл, и холодно. А Джиночке очень хорошо там внутри было. Поэтому она вон дрыхнет. Она даже храпела, хотела заснять. Но что-то передумал. Вот так, да. Выходи. Джинка из будки вышла. Диночка. Как там, хорошо? Сразу видно, что рассвет, видите, с правой стороны. Джина освещает. Ой, ладно, буду тоже одевать башмаки, выходить. О, смотрите, красота. Вот такой костерок у нас горел весь, всю ночь. Евгений был на стреме. Следил, вдруг что клюнет. И что, за всю ночь ни одной поклевки, что ли? Охренеть. Вот это да, повезло нам. Джинка, купаться хочешь? Купаться. Вот они как стоят, наши удочки. Вот это... Да, надо уток ловить, уток полно. Что, здесь лазят даже? Вечером хорошо от комаров такое, да, когда коптить? Не знаю, мне кажется, они такие дикие, что их пофигу. Эта штука помогает. Я вчера побрызгал прям там, они все оттуда. Прям. Я такой лежу, прям смотрю, комары залетают так, так и обратно. Не знаю, мы вот это вообще такую взяла. Без спирта первый раз. Обычно берешь вот этот спиртовой аэрозоль. Там и клещи, комары, они пишут кучей гадостей. И это самое. Ну, дышать невозможно, брызгаться. Он прям воняет на этим. А тут это на воде. Ну-ка, давай попробуем, как он работает. Киська, привет, привет, кися, сто лет кошек не трогал, смотрите, ласкается. Тебе почешать, да, тебе тоже чешется все. Такая ты мягкая, мягкая кися. Ты балдеешь тут на травке, да, тебя, наверное, рыбкой кормят. Ай, ты какая хорошая, ты смотрите, как она растянулась. Какая хорошая ласковая киса. Балдеть на солнышке. Чё, клюет? Нет?
Так тут же с очком можно прям ловить. А кукурузу, да? А мы там уже 2 дня и тоже ничего не можем поймать. На большом. Лучше клюет? Обычно, но не эти дни. Только не эти дни. Короче, еще решили остаться. Это получается 3-й день. Сейчас ездили в магазин, купили еды. Джиночке курицу. Правда, она замороженная. Размораживается. Сейчас разморозится и будем кушать. Джинка будет кушать. Вкусная, Джина? Местная утка. Рыба не ловится, хоть уток наловили. Как в дикой природе звери ловят и едят прям с пола. А то мне вчера написали уже в комментарии, а что ты это миску не мог взять под мясо? Все, грязное мясо из пола. Я думаю, блин, собаки палки грязные в рот берут. И что теперь? Вторая моя рыбка за 2 дня. Причем, знаете, ловится и не на поплывок просто, да, там клюнула, я поймал. И не на воблера, что я закинул и поймал. А просто поплывок, вот эту удочную, поплывочную вытаскивал, хотел закинуть. И вот этот окунек поймался. Прикиньте. Че, буду делать так, значит, почему он вот так ловит, я не понимаю. Воблера бросаю, вообще не клюет. А вот на вот это вот, второй раз уже. Причем это такой более-менее нормальный окунек. Прикольно, сейчас буду пробовать так. На крючке, значит, перловка и кукурузинка. А здесь сожрали насадку для карпа. Все, друзья, погнала поклевка. Сейчас начнем с маленькой, а потом закончим большой. Да, вот такая рыбка у папки, Диночка. Блин, жалко нельзя вам. Я не знаю, почему нельзя. Если, например, побольше окуня поймать, покрупней, и дать, типа они что, червивые все, что ли? Ну что, Джинна и сама не хочет кушать. Папку, я такое не буду, дай мне нормального мяса. Да, сидели, смотрели, как клюет, думали, а это не карп. Оказывается, тут уже 2 штуки вот сидят. О, какая классная. Большая и маленькая. Еще 2 крючка свободных, правда. Надо было чуть подождать, было бы 4 штуки. Ты что, взяла, что ли? Я вроде камень бросил, или это шишка была? Ай, хорошо как. О, я думал, это камень, а это, кажется, какая-то не тонущая фигня, типа камня. Ну ладно, извини. Сейчас я тебе палочку брошу. Дай, апорт. Палочку, апорт. Блин, не скучно. Давай, вперед, вперед. Это мой. А, нет, плотва. Я окуньков ловил. Джина, будешь жареную рыбу кушать? Наш этот, трофейный. Угу. Наш улов за 4 дня. Плотва. Там можно было прям с кишками бы нормально. Там зайдет. Этот. Как чипсы. Там желчный пузырь. Будет. Как чипсы зайдут. Будет желчный торчить.
Диночка, мы с тобой спрятались в спальник. Сильный дождь пошел. А мы в палатке. Слушаем музыку, смотрим фильмы. Прикольно. Лучше, чем дома. В любом случае. Правильно, Джина. Захотела, вышла, пописала, покакала. Диночка. Эй, ты моя сладкая собака. Поплавок мой стоит. А вот тут вот вдоль берега в камышах. Там тины много. Короче, огромные рыбы прям плещутся вдоль этого берега. Здесь, на той стороне. Короче, рыбина-то есть, но она что-то не клюет. Собака. О, видели? Слышите, слышите? Плещется. Вон она ходит по камышам. Под камышами. Тут, походу, не один. Вон, видите, камыши как это шевелятся. Тут их, походу, много. А если камыши заходили, все. Ну, я сегодня утром там ходил, там все в камышах, вот так они. Все, значит, он не здесь. Это 2 недели. 14 дней, это бабки не хотят делать ничего. Угу. Ну, мы вчера или позавчера одного вытащили карпа, но он ушел, конечно. Ну, это вон, когда? Первый день? В понедельник. Ну, такой, понедельник. Чуть ну, больше ну, ладошки. Такой, небольшой, просто мы так его... По глупости, без, как обычно, ну, на воду поднял, он уже упал. Без подсадника, мы не готовы были, как бы. Думали, что шутка, как бы такое. Но... И, наверное, не на дальний, да? На дальний. На дальний, брат? Да, далеко был еще, да. Вы не подумайте, эта бутылка пустая, со вчерашней ночи стоит. Сейчас просто утро, 7 утра. Так хорошо сидим. И рыба не клюет нифига, зато кайфуем у костра. Ай, молодец. Назад. Сидеть. Ко мне. Стоп. Лежать. Сидеть. Лежать. Встать. Ай, мама, скажи. Так. Координатор. Ну, его сейчас в России уже не купить. А сколько стоит такой? Ну, комплект у меня 150 получился. Тысяч? Ну, да. Ничего себе. Ну, вот усилитель сигнала, вот этот, который сейчас собирают. Это сюда корм складывается? Да. И выходит, да, где-то? Ну, вот шторки открываются, металлический сверху. Прикольно. Так хочется уже не купить.
Ну там нет, корабль-то дешевле есть. То есть такой. Просто вот это все усилитель сигнала. Ух, нифига себе. Потому что ну, холод-то он недалеко бьет. Ну, даже не шумно, да, такой? Шумно. Ух. Джинка, садись, на середину поплывешь. Она у меня охотница. Ну вот он и лыл пошел. Вот он. А, нет, здесь потвердая сегодня. Сейчас должны пойти. Вот это? Да. А это что значит? Рыба, рыба где? Да. Где? Ну там, возможно, водоросль. То есть он как же, он же не понимает, что это рыба. Он просто примерно по каким-то параметрам определяет, что это. Возможно, это рыба. Это вот тут он плывет, получается, да? Да. Все глубже и глубже, да, уходит? Да. И сколько сейчас метров? Сейчас 2,5, 2,4. Вот я думаю, сейчас покажу, сколько он отплыл от меня. 36 метров, вот 50 должна быть где-то бровка здесь. А, вот метры показываются. Да. Прикольно. Не, ну 2 метра нормально. А дед нам сказал тут по пояс. Он приходил один знаток просто, говорит, вот тут вот до середины где-то по пояс. А правда у нас дедушка, да? А он не может ошибаться, этот штук, не, корабль? Нет. С глубиной он довольно-таки точен. Вот зеленый, это ил. Угу. Рыбы что-то нету. А он не покажет он ее, это бесполезно, это надо... Сколько сейчас вот? 70 метров. Ил. Как он определил, что это жил? Кто-то через интернет? Ну, даже раньше, когда не было, пока этого все не случилось, даже карты можно было публиковать, и люди приезжали, могли пользоваться чужими картами. Он записывает карты водоема. Вот рыбка. Это точно рыбка. Да, большая? Не, нет, маленькая. Платвали. Ну, может, карпик маленький. Во-первых, понять... Если есть плотва, то можно понять хотя бы на каком расстоянии одна он стоит, ну, от высоты. То есть в середину воды он по дну шарит. Ну вот. А это считается дорогой кораблик? Ну, да. Ну, то есть это не, ну, то есть так, скажем так, есть лучше, конечно, но... За то сколько? Есть, ну, есть и по 200 тысяч они, но там уже идет облегченные... Потом грузоподъемность у него разная, то есть его делать легче, он карбоновый. То есть, а из обычного пластиковых корабликов, то он, наверное, да, один из лучших. Но их нет уже больше, все. Там, все. То есть его не купить ничего. Не ушли из России полностью. Вот это, наверное, интересная точка. Возьми. Ты, блин, аккуратней, Джина, чуть руку мне не прокусил. Ты смотри, куда хватаешь, Джина. Прям совсем рядом с рукой. Плюнь, дай. Нет. Ко мне. Возьми. Ай, молодец. Так, друзья, вот это стоит 150 тысяч, чтобы вы понимали. Парень приехал. Вот эта удочка стоит сколько, ты говоришь, 50? Ну, удочка 50. И... 50 тысяч. И... Катушка. 70. Это уже 300. А у тебя таких 4, да, ты говоришь? 4, да. Ну, у меня еще дома 5 штуки 4. Полмиллиона. Охренеть, это вот порыбачить на полмиллиона. Вот эта техника. Пульт, катушка и корабль повез. Как это называется? Это грузило, да? Ну, да, с едой вон туда, на середину озера. Мы тут кидали 40 метров. А он взял на середину и отвез на кораблике. Там где 120. Это 120 уже? Ну, да, не 120 метров. Офигеть. А это типа, оно будет клювать, да? Да, очень клювать. Извинить будет. Офигеть, блин. Это я вообще первый раз такой вижу. У меня еще и пейджер есть. Но я не рыбак сам. Просто я любил в детстве ходить на удочку. У меня еще и пейджер есть. В карман приходит смс-ка. Ну, я сплю в палатке, он у меня пейджер. Пик-пик, да. Сазан. Маленький, можешь не вставать, спи. Не, ну, так, он посигнализировал, что поклевка произошла. А ты уже покормил? Вот сейчас. А, да? Это прикормка? Там сразу оснастка угружается. Не, это я подошла, так я извиняюсь, посмотреть, чем прикормлю, ну, как обычно. А, ну-ка. Конопля, кукуруза. О, какая, блин, а если он сейчас наестся, как он будет клевать? Чтобы там он привел остальных. Конечно, сейчас так происходит обычно. А раз... это
Ну, то же самое, что и кукуруза. Блин, да это же другая кукуруза. Григорьевская, это как раз вот для того, чтобы сейчас создать кипиш плотвиной. Вот. И как это делает? Он сначала подходит, смотрит, такой, оба, ничего себе, кипиш какой-то идет. И не подходит долго, он ждет, пока мелочь наестся, а потом как раз он дойдет до моей вот этой кукурузы и прочее. Понятно. А это ты кукурузу сам варил? Да. Нет, кукурузу сам варил, да. Просто тот-то чувак, он с консервной банки открыл, ну, поэтому... Вот говорят, это... ребята, хрень, там расход у меня 10 килограмм. Я это разоришься на банках этих, блин. Это да. Я сейчас часть, вон, у меня еще ведро целое. Кукурузу они, кто там, перловку, как горох, еще что-то варят. Там. Да. Причем, как бы... Ты сейчас все озеро накормишь, что ли? Причем это, я как бы кукурузу купил, а я чили варил. Ну, сейчас весна, он должен как бы на чили получше реагировать. А это что такое? А это кукуруза вот как покупная. Ну, вот у нас купил такая упаковочка 200 с копейками, 250 рублей. Ну, вот. Ну, не напасешься, а там 10-15 килограмм бывает кормишь. Я поэтому стал кормовую покупать и варить с мамой. Все, короче, корабль сам сюда плывет, ничего не надо, да, на пульте делать. Короче, все это, можешь спать, ложиться, на пейджер придет. Миш, если какой-то прикол, с насадкой еще приходится самому спускать. А когда кормишь чисто, просто нажимаешь, покорми, вернись обратно и успокойся. Все. Домой приехали. Пипец, папка загоревший такой. Черномазый стал. Тинька. Ти моя сладкая. Тинька, дай поводок папке. Дай. Ай, молодец. Да что же такая собака умная, а? Динка, гулять пойдем? Три дня гуляли. Все, хватит. Теперь неделю будем спать. Диночка, ты дома, да? И приехала домой? Балдеть на кроватке на своей. На нашей, вернее, на нашей. Иночка, ты моя сладость.